Ага, скажи привет, барашки. Привет, привет. Ой, он тебе привет сказал, смотри-ка. Привет сказал тебе. Мы отвозили папу на работу и вот здесь по дороге встретили барашков. Много, да? Много. Много, да. И мы идем в барашки. Да. Еще барашки. Еще барашки. Вон там маленький. Пойдем подойдем со мной, посмотрим маленький барашек. Пойдем посмотрим. Поближе маленький. А вот папа большой черный, смотри, какой красивый. Смотри, как он смотрит. Смотри, скажи ему привет, он тебе тоже скажет где. Привет. А вот маленький, смотри, все смотрят на тебя. Как на новые ворота точно. Смотри, как смотрят. Привет, барашек. Чего много? Цветочек. Может, барашек хочет цветочек? Покажи ему, может, он захочет цветочек. Покажи барашку. Барашек, хочешь цветочек? Смотри, он тебе идет. Смотри, пришел. Нравится ему? Ему нравится цветочек, Алис. Смотри-ка. И другие пришли. Ну-ка, давай ему еще цветочек подарим. Смотри, маленькие пришли все к тебе. Не бойся, бросай, они придут. Барашек, возьми цветочек, вот еще один идет. Дай ему, дай. Вот, им нравится. А вот растет один, смотри. Вот растет цветочек. Стой! Не бойся! Это он спасибо сказал, Дурешка. Не бойся. Он так говорит, Бея, лови, ой. Сейчас. На. Боишься подойти? О, привет. Иди, бараш, иди на. Смотри, сейчас еще один придет. Ты боишься, барашка? О, смотри, маленький, смотри, смотри, играются, смотри, толкают, смотри, вон. Пошли посмотрим, смотри, они молочко пьют, пошли скорее посмотрим. Стой, стой, не беги дальше. Это мама. Она тоже может бе сказать. Осторожно. Мама и детки, видишь, какие? Мама и детки, они думают, ты что-то дашь. Давай цветочек им дадим, иди сюда. Давай. На, барашка. Не убегай на дорогу. На. Он хотел взять, Алис, смотри. Он же не кусается, ты ж барашек. Он хотел взять, смотри, Алис. Ну, эти они, наверное, не любят. Они любят. Ну, пошли туда, поближе. Ага. А ты тебя не любят, желтый. Да, позови его, скажи, барашка его, и брось ему цветочек. Барашки его. Вон, смотри, бросай, сейчас он придет его съесть, смотри. Merci beaucoup. 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 Merci be
видишь, как смотрелись. Давай. Идите кушать. Маленькие кусочки отламывают. Барашки, идите кушать. Идите кушать. Мадам принесла нам хлебушка. Смотри, что мы покормили барашек. Вот это, да? Смотри, увидели. Идут, идут. Смотри. Смотри, вот, сейчас стой здесь, не убегай. Стой за меня, держись. Я буду его кормить. Смотри, не бойся. На. Смотри, все идут, сейчас все придут. На. На. Вот идут. Видишь, смотри-ка. Все пришли. Кушайте, барашки, кушайте. Не бойся, смотри-ка. Ой, и маленькие пришли. Алиса, не маленьким дадим. Смотри, маленькие хотят тоже. Не бойся, они не кусаются. Ой, все хотят. Смотри. Все пришли, Алиса, смотри-ка. Стой, машина там. Иди дадим маленьким. Дай маленькому, вон, маленькому. На, маленький, на. Маленький убежал. Дай маленький. На, маленький. Дай ты маленькому, а я большому. Все пришли, все хотят хлебушка. На, малыш, маленькому никак не дается есть. Этот большой все съедает, все. Дай маме дадим. Стой, своей маме дадим. Маленькие кусочки отламывай. Ой, смотри как. Маленькие кусочки. Не бойся, вон там. Я, хорошо, на. Вот этот самый всех. Да, давай. Дави ты тоже, да. Смотри, как все пришли к нам. Все хотят хлебушка. Ну ты самая, это самая. Другие тоже хотят, ну. Ой, смотри, сколько их. Тихо. Смотри, Алис, как здорово. Ты видишь, все прискакали сюда. Вот у меня есть еще. Давай вот этому тоже дадим. Да, ты больше всех уже съел, а? Самый большой. А маленький мы им бросим туда. Смотри. Давай этому дадим. Смотри, этот еще не ел. На, черненький тебе тоже. Вот, ты уже больше всех съел. Большой баран. На, черненький. Как? На, я большому дам, а ты вон туда брось маленькому. А я большому дам. Никак маленькому не получается дать. Все большие съедают, да? Держите. Он, смотри, как он их толкает. Ну, нате, ладно, на. Самый голодный ты. На, маленькому дай. На. Не, иди сюда, Алис, сюда. Алис, сюда, Алис, вот этому. Смотри, а я большому здесь дам. А ты дай пока маленькому. Дай прямо в руки, не бойся. Давай, пока я отвлекаю большого, бросай ему маленькому. Вот, маленькому достался. Ну все, Алис, мы им все скормили. Ты покорми на маленькую. Все, они говорят спасибо. На здоровье, барашки. Бепа. Ох, какой папа и мама все говорят, да? Смотри, как ее. Язык такой, да, высовывается. Вот, языки высунули. Не бойся. Вот это да. Ну, мы в следующий раз с собой сами хлеб возьмем, когда еще приедем. А ну что? Маленькая погладить. Погладить, конечно, можно, если сможешь. Если он тебе даст погладить его. Попробуй, подойди, не бойся. Попробуй, смотри, маленький. Дай ему ручку, он подойдет поближе. Погладь. Он хочет тебя... Не бойся. Он хочет облизать тебя. Дай ему ручку, он тебя оближет. Больше нету. Барашка, не бойся, дай ручку. Он думает, у тебя там хлебушек еще есть. Дай маме.
Вот, это да. Маленький хороший гуляет. Подойди, не бойся. Не бойся, смотри. Вот такие. На тебе одуванчик. Цветочки им тоже нравятся. Давай попробуем беленький. Будешь ромашку? Ромашку любишь? Ромашку любишь? Большой. Не, не хочет ромашку. А маленький, смотри, нюхает твою ромашку. Ну что? Да, и говорит, еще хлебушка. У нас нету больше, мы тебе в следующий раз привезем. Дай большому, может, он захочет. Эй, улетел твой цветочек вот туда. Смотри, большой идет, посмотрите, если тебе что-то вкусненькое. Не, не хочет. Видишь, он не кушает ромашки. Ему одуванчики нравятся только. Давай, последний цветочек и все, поехали. Все, смотри, они уходят дальше травку кушать. Ну что, помаши барашкам пока-пока, давай поедем, пока-пока, барашки. Мы вам еще придем хлеба принесем в другой раз. Да? Поехали. Все, последний и поедем, давай. На-на-на. Вот еще один. Все, пока-пока, скажи, Алис. Пока-пока, барашки, нам пора. Все, зайка, вперед, поехали.